Итак, мы с мужем поехали на солёнку. Он уже солененький искупался. Сказал, что вода очень соленая. Говорит, искупался, вышел и говорит, почему я не соленый? Почему из меня не сыпется соль? Я говорю, надо высохнуть, чтобы соль сыпалась. Так что мы здесь. Тут, в принципе, дешево лежаки. 35 гривен весь день, то есть без лимит. Если сравнивать там, где на Азовском море. О, муж пошел. Хай купается. Наслаждается. Иди, иди. Где мы были на Азовском, там 100 гривен, 75, самые дешевые мы видели. А тут, то есть, все дешево. Так что? Хай. Хай купается. Правда, тут мелко, он, дети даже купаются. Так что... Лечебная грязь. Поплыл, поплыл. Вон дети колупаются в грязи. Лечебная грязь. Люди даже эту грязь набирают с собой, некоторые. А я помочу просто ножки. Вот так вот. Погода теплая, жаркая, что можно загорать. Где он там? Я его потеряла. А он машет ручкой.